Поздравления с Днем Победы тюменцам передал экипаж сторожевого корабля «Ладный». Он несет службу в Черном море в акватории Севастополя. Моряки вышли на радиосвязь с детским центром «Алый парус». Праздничные пожелания принимали школьники. Экипаж сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота поздравляет вас с великим праздником нашего народа. Днем Победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательный день примите наши искренние пожелания мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и дальнейших успехов нашей с вами деятельности на благо России. Военные моряки на наших гражданских частотах, на которых мы работаем, обычно не общаются, не выходят на связь с нами. Вот, поэтому очень здорово, что сегодня у нас получилось с ними поговорить. Сотрудничество нашего региона с Черноморским флотом началось в 2011 году. За это время военную службу на «Ладном» прошли более 200 тюменцев. Также проводят совместные патриотические мероприятия для молодежи. Одно из последних – экскурсия тюменских кадетов на сторожевой корабль.